Друзья, приветствую вас на канале Технофорум. Сегодня мы разнообразим наш ролик добавлением новой техники мотобуксировщик Север. Вообще история подобной техники началась несколько лет назад, когда нам предложили протестировать подобную технику другого производителя, потому что в Московской области снега не было, им нужно было проверить там некоторые моменты и попросили нас, так как в Сибири там проблем со снегом бывает редко зимой. А мы поехали на Алтай, несколько дней катались, тестировали, проверили, и супруге очень сильно понравилась эта техника тем, что она более устойчивая, позволяет больше для нее. Я все-таки сторонник мотоснегоката, потому что я как старый мотоциклист, который привык именно управлять как рулем, положением тела, и эта техника все-таки больше похожа на мотоцикл. А мотобуксировщик — это такая более, наверное, спокойная техника, более устойчивая, имеет свои плюсы, свои минусы, ну как, наверное, любая техника. Поэтому вот буксировщик, конечно, приглянулся моей супруге. И когда нам предложили протестировать другую технику, мы согласились. И вот получилось то, что получилось. К сожалению, загрузить автомобиль обе техники не получается, поэтому пришлось добираться до локации, где велась эта съемка, своим ходом. Я загрузил снегокат в буксировщик, точнее в сани буксировщика. Вполне возможно было сделать наоборот, но в санях было проще перевести подобную технику, поэтому добирались до локации мы так. На всякий случай оставлю ссылку на обе техники в описании. Если кого заинтересовало, переходите, смотрите. Может быть, выберете себе что-то. Подписывайтесь на канал. Всем всего доброго. Всем пока.